значит, наверное, все в этом, ну, скажем так, много, если не все в этом чемпионате, это выезд в Караганду в следующем туре. И вот первый гол, все-таки один мяч от Виталия, футболиста Жетпеса. Не Дашковский, да, автор этого гола. Как-то странно, сейчас мы на повторе увидим, кто-то из игроков просто стоял и смотрел, как мяч пробивает по мячу Дашковский. Вот смотрим момент. Кто это был на дальней штанге? Это был Шиков. Не доработал он в этом эпизоде. Меня забил игрок команды «Оржи» 517-й Олег Негашковский.